В любом случае, человек, кто так совершил, он должен пожалеть о том, что он совершил неплохое деяние. Иной раз, например, там в арабских книгах употребляется слово «покаяться». Некоторые люди слово «покаяться» понимают, чтобы именно чтобы человек истифар говорил. Нет, не обязательно истифар говорить. Человек должен пожалеть о данном плохом деянии и сразу, естественно, произнести шахадат. Если человек не пожалеет, что совершил такое деяние, в любом случае, он, получается, не отказался от этого плохого деяния. Понимаете же? Человек должен пожалеть о том, что он совершил это плохое деяние, и произнести шахаду.